лишь мусорного бака. Там хорошо получается? Мне кажется, да. Всем доброе утро. Просто хотела сказать, что я собираюсь на ноготочки, но дело не в этом. У меня просто вот так отросли ногти за 2 недели, и очень сильно стала расти кутикула. Но, в принципе, это хорошо. Кажется, что так влияет масло из семян льна, потому что вот очень он богат омега-3. Поэтому очень здорово, советую. Конечно, не экономично ходить на маникюр, но как сам факт, прям очень сильно. Обычно у меня за 3 недели они так отрастали. Что-то совсем забыла снять после. У меня просто все всегда примерно одинаковое. Это в основном база под френч, более там, молочная или более розовая. Вот в этот раз такая более розовая. Я тут поняла, что у меня почти все влоги из дома, какую-то домашнюю рутину. Поэтому я подумала, что будет прикольно снимать также вот куда мы ходим, чем занимаемся. И сегодня мы собрались в спортзал. Ой, в бассейн. Ну, короче, в спортзал, в бассейн. Давид туда ходит постоянно, я еще ни разу не была, поэтому мне интересно посмотреть, как там все выглядит. Плюс я очень давно не плавала, хотя это дело очень люблю. К тому же прилетела семья Давида, и мы пойдем все вместе, это должно быть весело. Такие вот дела. Кстати, если вы напишите в комментариях, какой формат вам больше нравится, вот что-то домашнее, рутинное или там больше жизни, то я буду очень благодарна. Вот, в общем, я пошла собираться. Думаешь, щедрёный? Почему ты тоже делаешь такое лицо? Конечно, вчера так чудесно сходили в спортзал и позанимались, и поплавали, и позагорали. Для меня это вообще самое любимое занятие. Загар — это как медитация. И вот вкушаю все это солнце. И, в общем, было мне прям, ну, очень хорошо. И, в общем, все это меня навеяло на мысли. Мы вчера с мужем тоже это обсуждали. Живем в Грузии уже 5 лет. И вот как-то подумали о том, какие здесь есть минусы и плюсы. И мне показалось, почему бы не поделиться ими с вами. Мало ли кому-то будет интересно. Вот. Так что начну я с плюсов. Первый плюс, так как я женщина, которая очень любит тепло, поэтому для меня это погода.
здесь так солнечно. Мы гуглили, что в Грузии, чтобы не соврать, я посмотрю еще раз. В Тбилиси 220 солнечных дней в году, а в Москве 87. Ну, то есть разница очевидна. Здесь гораздо теплее. Зимой мне не пришлось ни разу надеть какой-нибудь пуховик. Вообще надевала даже вот просто топ или майку и сверху куртку, и мне было нормально. И, в принципе, на какую-то мою продуктивность очень влияет солнечно за окном или пасмурно. Поэтому здесь прям в этом плане хочется жить, хочется гулять, что-то делать. Второй пункт — это развитая инфраструктура. Просто когда я приезжала в Грузию, у меня были какие-то впечатления, которые мне заложили различные мои друзья, которые жили здесь ранее. И, скорее всего, просто Тбилиси очень сильно изменился за этот год, либо все-таки влияет район, в котором ты проживаешь, и я не могу сравнить там со старым городом или в каких-то других районах, потому что мы практически сразу переехали на Ваке или Ваке. Здесь нам очень нравится, это такой европейский район, тут очень много всего, тут есть любые доставки, вот тебе привозят за 20 минут все, что нужно там для веганов, одежду привозят, спортивный инвентарь, могут приехать также там через 15-20 минут убрать квартиру или там забрать вещи на стирку. Поэтому в этом плане прям очень здорово. Поэтому, наверное, у всех складываются какие-то разные впечатления об этом городе. В принципе, так, наверное, можно сказать про абсолютно любое место в этом мире. Если там ты приезжаешь в Москву и селишься где-то там очень далеко от центра, то у тебя будут одни впечатления. Если ты приедешь там на Тверскую, Маяковскую, совсем уже другие, наверное, будут складываться впечатления тоже. Поэтому мне очень комфортно. Я боялась, что здесь не будет ничего для веганов, что не найду молоко никакое, кроме обычного. Но здесь настолько огромный спектр выбора, такое разнообразие, и там тысячи фалафелей, тысячи каких-нибудь батончиков, тысячи бадов. Поэтому я была очень приятно удивлена. Просто по рассказам я думала, что здесь нет вообще ничего. Третий пункт — это люди. Просто когда думала на этот счет, я не понимала, что мне конкретно нравится, но потом поняла. Так как я всю жизнь жила в Москве, я, наверное, привыкла к тому, что там тебя люди постоянно оценивают твой там внешний вид, твой достаток, всегда ловишь там какие-то вот взгляды. Вот есть такое в Москве. А здесь все такие спокойные, никто вообще на это не обращает внимания. В Израиле мне тоже это понравилось, что вот все выглядят примерно одинаково, все могут позволить себе ходить в одни и те же места. Это прям приятно. В принципе, про грузинское гостеприимство ходят легенды, но куда бы мы ни заходили, там, каким людям, все всегда... Всегда это какое-то застолье невероятное, тебе там в дорогу дадут еще несколько килограммов еды, дадут свое домашнее вино, чачу. В общем, это невероятно приятно, и грузины мне нравятся. И четвертый пункт — это природа. До этого я говорила о погоде, а сейчас мы поговорим о природе. В принципе, по всему миру есть потрясающие красивые места, но плюс здесь — это то, что ты как бы живешь в центре города, в центре столицы, и там через полчаса ты можешь оказаться уже в каком-то невероятном месте. И я уже говорила, что мы живем в районе Ваке, и почему мне здесь так нравится? Мы просто забрались чуть выше и живем на горе, поэтому с одной стороны у нас окна выходят, ну вот прям на гору, где зелень, деревья, тишина, птички, какие-нибудь насекомые. И это дает такое умиротворение. Я обожаю открывать окно с утра, там такой запах. Вот пение птиц, и это так умиротворяет меня. Поэтому, когда я приезжала в Москву, мне прям казалось, что мне не хватает там воздуха, а когда ты живешь на природе, но с развитой инфраструктурой, это прям очень здорово. Так, теперь о минусах. И первый из них — это я выделила и назвала его сервис, что он может быть не такой, как в Москве, но при этом, если сравнивать со всем миром, то он везде такой. Вот в Москве он может быть немножко получше. Просто я была удивлена, когда мы только переехали,
там, мы долгое время жили без горячей воды, и мы не могли готовить, потому что у нас газовая плита, и вот просто постоянно переносили дату подключения газа. Когда к нам должны были прийти установить интернет, тоже там дата постоянно скакала. В итоге пришли не с утра, а вечером, и там начали его уже как-то проводить. Но они посмотрели на часы, сказали, все, у нас закончилось рабочее время, и вот интернет остался нерабочим. Поэтому у меня было большое удивление, но вот так как мой муж жил в разных странах, и он говорит, что такое абсолютно везде. Просто вот, может быть, в Москве это как-то немного по-другому. А второй пункт, это правда вроде как особенность Грузии. Здесь могут быть проблемы с водой или электричеством. Вот за полгода у нас вырубали электричество, наверное, раз 5. Когда ты сидишь без света, ничего не можешь делать. С водой, может быть, это не Грузия, просто у нас новый дом, ему около года, и почти всю зиму у нас очень плохо проходила горячая вода. То есть, можно сказать, ее почти не было, поэтому мы закалялись. Вот. Такой вот минус. Третий пункт — это то, что здесь не так уж и дешево, как я думала. Просто по рассказам моих знакомых, все раньше сюда ездили, потому что здесь было очень дешево. Там во всех кафе, во всех ресторанах, там очень дешевое жилье. Единственное, что осталось дешево, это такси. Просто я очень удивилась, когда хотела заказать «Люблю Actimel». Это вот вкус детства. И я хотела заказать упаковку из 6 штук. И это стоило на рубли где-то... Ну, где-то 500 рублей. Я подумала, ничего себе, чтобы Actimel столько стоил. Ну, возможно, это, кстати, была доставка в магазине, все равно немножко дешевле, но тут сейчас цены плюс-минус, как в Москве. И четвертый минус — это то, что здесь очень много бездомных собак. Для меня это на самом деле не особо минус, потому что я очень сильно люблю животных, я всех всегда хочу погладить, всех хочу взять к себе. В общем, в моей идеальной жизни, наверное, у меня есть ферма, я живу на ней. Но так как, повторюсь, у меня есть маленькая собака, мне не особо комфортно с ней гулять, потому что было там много разных случаев, когда там, ну, сами меня понимаете. В общем, не особо мне комфортно с ней гулять, поэтому я очень рада, что вот муж смог снять квартиру. У нас есть там своя закрытая веранда, где мы постоянно с ней гуляем. Вот такие дела. В общем, это были мои плюсы и минусы. Вообще, я поняла, что мне здесь очень нравится. Здесь спокойно, очень вкусно, гостеприимно, душевно. Невероятная погода, много солнца. Я смогла, я загорала круглый год. Вот я могла открыть окно, здесь настолько печет солнце, и вроде на улице прохладно, но солнце настолько вот сильное, я это люблю. Вот поэтому здесь очень хорошо. Продуктов я заказывала из двух мест. Один — это, ну, вот как обычный магазин, а второй — с органическими продуктами, и у них, правда, все обычно очень вкусно. В общем, у нас здесь латук, я обожаю салат. Это килограмм шпината. Я его сейчас добавляю в смузи или что-нибудь с ним готовлю. Помидоры, авокадо, сливки. Это просто чтобы было. Вода, это муж обожает боржоми, клубника и куриная грудка. И я рассказывала, насколько сильно я люблю киндеры. А мы еще бумажные полотенца, они очень удобные, мы всегда пользуемся. И сегодня я просто хотела приготовить куриную грудку и пасту.
Поэтому скоро начнем все это делать. Здесь все продукты, которые понадобятся для пасты с куриной грудкой. Соответственно, паста, шпинат, черри. Не было менее густых сливок, поэтому будем что делать с этими. И соус песто. Я еще в Москве покупала вот такие листы для жарки. Мне очень нравится, потому что всегда потом чистая сковородка. И плюс они очень вкусные. Так что я сначала обжарю куриную грудку, и потом уже на этой же сковородке буду обжаривать все остальное.